хотели бы сказать, что сегодня была задержана гражданка Российской Федерации Катрин. Смотрите, пожалуйста, в кадр. Скажите пару слов. Ладно, потом скажете. Она была задержана в результате того, что эта девушка пыталась засунуть в банкомат 5-рублевую монетку. Вы представляете себе, как это возможно вообще? Девушка, скажите, пожалуйста, как вы до этого добрались? Жить себе. А вы же русская, скажите, пожалуйста, короче. Жену компханта. Пожалуйста. Скажите это для всех жителей России. Ну, все положили. Мы заканчиваем наш репортаж, потому что девушку сажают в тюрьму. Короче, она не приедет больше в Россию. Все, хватит. 5 рублей не прокатили.